Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Command and Conquer Tiberium Wars. Итак, следующая миссия – Белый дом. Поздравляю, вы отлично выполнили предыдущее задание, но бой еще не закончен. Нам нужно захватить Белый дом. Естественно, тактической ценности он не представляет, но нельзя недооценивать психологический фактор. Захват Белого дома покажет миру, что мы можем дать отпор братству. Но будьте внимательны. Основные силы НОТ используют маскирующие технологии. Чтобы обнаружить их, нужно уничтожить скрывающие их вышки. Займитесь этим при первой возможности. Желаю удачи. Погнали. Как я помню, это будет нелегко. Но я думаю, мы сможем. Поступило сообщение. Сейчас войска НОТ слишком многочисленны. Уничтожьте их ПВО, и тогда мы сможем вызвать авиацию с недавно захваченной авиабазы в Легли. То есть вот это количество войск надо будет уничтожить с воздуха. То есть за нас это все сделают, нам наша задача только убрать ПВО. И все. Мы уже прибыли. Все уничтожаем. Так, там уничтожили. И тут уничтожили. Так, теперь что? Поступило сообщение. Угу. Вы должны указать цель. Примените способность вызов авиации. Угу. Так, давайте укажите вызовем. Цель. Ожидаем поддержки с воздуха. Наблюдаю цель. Раздолбаем их, парни. Все, и вот их нафиг уничтожают. Идем на базу. И вот мне дают подкрепление, и я сейчас буду строить базу. Противник. Поступило сообщение. Ух, ё-моё. Братство развернуло базу перед Белым домом. Уничтожьте ее производственные постройки. Хорошо, хорошо. Сейчас уничтожим. Страшно, это будет нелегко. Куда делась база нодов? Страшно связи. Командир. В смысле, куда делась? А, это вот эти штучки. Скрывают их. Поступило сообщение. Базу НОТ прикрывают маскировочные вышки. Уничтожьте их, и мы сможем атаковать базу противника. Угу. Так, я вот не помню, можно ли мне сейчас строить аэродромы? Было бы Но хорошо, если можно. Развертываемся. Так, разворачиваем. И начинаем... Нет, я обычно строю с крана, чтобы можно было сразу строить... Блин. Страшно связи. Смотрим в оба! Докладываем! Огонь, я сказал! Ого, они засел, просто ты. Сжигают, охренеть! Строительство завершено! Назад, назад! Вижу цель! Главное этих огнеметчиков убить срочно! Офигеть, блин, ну ладно, я думаю, они справятся. Надо строиться все-таки. Так, у нас всего лишь... Только тут можно добывать. Так, а что у нас по заданию цифра 1? Так, разместить туда снайперов. Ладно. Строительство завершено. Разместим. Отряд готов. Так, поставим доступны энергостанцию. Строится. Казарму, конечно строительство же. Завершено. Строительство завершено. Доступны так, новые сразу постройки. Завод построим. Доступны новые постройки. Штаб. Строится. Хотя я его радар обычно называю. О, ножи эти остались. Давайте их назад. А, их тут убили вот этих, которые стояли. Блин, ну ладно. Хоть эти остались. Так, у нас появились, кстати, пушки. Хорошо. Против техники. Доступны новые постройки. Пойдет. Так, завод у нас теперь есть. Отлично. Вы получили доступ к созданию танков Хищник. Да. На военном заводе. Да, у нас теперь есть танки. Хищник очень эффективен в бою против военной техники да, и построек. Да. Все за меня сказали, то есть. Строится. Все за меня они ответили. Так, снайперов. Мне нужен оружейный склад. Как раз его, по-моему, строю. Да. Строительство завершено. Ага, построил. Развернуть невозможно. Доступны новые. Также доступ. Вот тут улучшение для стрелков. Там надо читать это мне в лом. Так.
Так, 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 давайте, наверное, еще одну построим. Тут, по идее, одного хватит, но я бы хотел бы, может быть, второго построить. Так вот, да, танк Хищник. Строительство завершено. Вам уже все сказали, он эффективен только против техники. Но все равно. Ну, кстати, против зданий, конечно, он хорошо работает. Я построю его, конечно же. Так, ага, нас обходит. Командир. Нас обходит снайперов. Давайте уже построим. Сколько там вообще можно посадить? Два отряда можно посадить. Давайте это закажем сразу где-то. На базу напали. Четыре отряда. Что приказом? Да ё-моё. Они засели, блин, туда. Один выстрел и все. Сюда сейчас небось засядут. Да ёперный. БТР ждёт приказа. Комбайн атакует. Комбайн, ты чё не стреляешь? У него он есть пулемет, он может сам отбиваться. Мы идем. Так, нафиг. Кто следует? Так, снайпер, идите новая сюда. Позиция. А, у меня нет денег. Да пока что отменим. Отменим танки. На связи. Так точно. Профессионалы нужны? Иди сюда, профессионал, блин. Исследую место снайперы. Так, пусть садятся в здание, чтобы с нас не обходили слева и справа. Объект атакует. Вот они атакуют нас. Отобьетесь, я надеюсь. Должна отбиться. Так. Все отлично. Один отряд этих заказать надо, чтобы выкурить. Хотя, они мне не помешают, наверное. Снайперы. Туда пошалуй. Обнаружен скрытый объект. Не промахнусь. Так, нафиг убиваем. Объект пехота. Без промаха. Движемся к цели. Давай, давай, давай. Не надо подходить к этому зданию. Туда? Не нужно. Занять позицию. Так, ну как я помню, я проходил по центру, и взять будет непросто. То есть, чтобы тупо пойти в атаку. Нет. Тут замаскированы еще войска, я их помню, так что. Гранаты к бою! Не стоит. Что слышно? Идем без шума. Так, давай выкурим. Выбьем их! Кто следующий? Не стоит по центру. Тут лучше обходить как-нибудь пытаться. Так, снайперы, садитесь. Нас не ждут. Вот тварь, а. Здание ломает. Навожу прицел. На врага. Нет, лучше мотоциклы. Мотоциклы нафиг сразу ломать надо. Отправляемся. Бронетехника, вперед. Сжать их. Повышение. Так точно. Так. Объект атакует. Вас слушаем. Давайте восстанавливайтесь. Так, все, справа и слева не должны зайти. Никак они. Так, по цифр 2 у нас дополнительно. Это что, уничтожьте энергостанции. Ну, вполне мы можем выполнить это задание, проехаться вот тут примерно двумя БТР. Хотя, блин, если они пошлют с базы войска, то тут не получится так. Ну, давайте попробуем. БТР построим и туда посадим гранатчиков. Блин, все-таки может построить еще один обогатитель. БТР к бою готов. Пока что не буду. Командир, исполняю. Так, нет, ты останься здесь, наверное. Где парковка? Чего? Чтобы оборонить базу хоть чем-то. Хотя, надо бы пушки построить и сторожевые вышки. У меня нет денег, блин, я бомж какой-то вообще. Страшно связи. Объект атакует. Опять идут. Отправляемся. Сведем их. Потерянно. Повышение. Сжать их. Так, ломаем мотоцикл, нафиг ты. На врага. Это хорошо, что у них сейчас нет еще танков. У них есть танки, они называются, если не ошибаюсь, Скорпион. Когда выступаем? У нас тоже откроется еще один вид танков, более мощнее, чем Хищник. Он будет называться Мамонт, я думаю, многие знают, что это за танк. О, молодцы, выкурили прям вовремя. Так, ну чё у меня там с БТР? БТР к бою готов, проверил чеку. Так, я надеюсь, три
Три от этих. Три БТР мне хватит. Жду приказов. Надеюсь, хотя. Выполняю приказ. О, снайперы отлично работают, не дают пройти им ни слева, ни справа. Так, нафиг уничтожаем, выкуриваем оттуда. Так, если вот это, кстати, по-моему, можно захватить, там ресурс нам дадут, по-моему. Ой-ой-ой. Блять, как они в зданиях засели, что прям... Просто так не проедешь, блин. По дороге. Оружие к бою. Держись. Выкуриваем. Вижу цель. По дороге. Выдвигаемся. Потеряно. Блин, уже потеряно. Вот они. А, я так и думал, что меня обойдут, да все. БТР потеряно. Я так и думал, что мне просто так заехать не дадут туда. Тварь, а. Подготовка. Хм. Гранаты к бою. Ну ладно. А тут что у нас? У них тут маленькая такая база, можно сказать. Вот твари, они сейчас мои этот здание сломают. На связи. Так точно. Нафиг, надо убить. Срочно. Нафиг, пошли отсюда. Нафиг. Так, тут солдаты заходят уже сверху. Все, вроде. Так, давайте, садитесь и поехали еще раз пробовать. Мы здесь. Подготовка. Сколько они стоят? 800? Подготовка. Не, мне не хватит. Давай уже быстрее собирай. Отлично, вот, что я посадил снайперов в здание. Все-таки хорошо прикрывают слева и справа, чтобы вот эти не заходили. Если бы не было здания, они бы мне очень сильно вот, мешали бы по бокам бы. БТР к бою готов. Так что, по-моему, это хорошо. Держись. Очень даже. Гранаты к бою! Когда так, все, погнали. Да, вот чего я хотел сказать. Авиабазы в данный момент мне не дали. Я этому не рад. По дороге. Исполняю. Очень мы даже идем. Не рад. Держись. Так, уничтожим, поможем. Блин, тут этот... Мы идем. Ракетчики идут, да ё-моё. Выдвигаемся. Объект атакует. По дороге. Держись. Все нормально. Еще солдаты. Держись. Охренеть, они какие-то прокачанные, замаскированы. Выполняю приказ. Блин, вот они едут. Потеряно. Твари, давай, валим. Может, они отстанут от меня. Да нифига они не отстают. Держись. Исполняю. Блин, а? Просто так мне туда не дают проехать, чтобы я сломал. Хм. Попробовать, может, одним отрядом. Как-нибудь пройти втихаря, может, они не увидят. Объект атакует. Гранаты к бою! Напролом! Так, у меня ранг дается тут уже многим. Во, отлично. Скоро они полностью будут на высоком, ну то есть максимальный ранг у них будет, и они будут себя восстанавливать. Это будет отлично. Так, давай поберем вот сюда, короче, мы побежим. Ну вообще, да какого лешего? Понимаешь, пошли отсюда. Так, давайте, наверное, все-таки готовиться к атаке какой-нибудь хоть. Потому что так дело не пойдет. Что-то не складывается нифига у нас. Экипаж к охоте готов. Не складывается в хитрую обойти их. Гранатометчики. Ты прав. Так, давай. Или они меня увидели? Вот что-то они как-то сюда косят. Нас не ждут. Хищник прибыл. Он, но... Марш! Они увидели меня. Вам мало, да? Объект атакует. Нам туда. Тут где-то стреляют. Все, давай, бежим. Да насрать, отстаньте от меня, пожалуйста, ребят. Мне надо добраться и уничтожить энергостанции. Заходим. Недостаточно средств. Так, пока там они уничтожают, восстанавливай, Сиди. Я хочу, чтобы ты был максимально прокачан. Мы
Живых не будет. Идем. Чё, ты не можешь вот тут пройти? Тихаря им, я имею в виду. Нам туда. Так, давай. Лишник прибыл. Объект атакует. Все, все, все. Все, давай уничтожать, пока их никого там нет. Уничтожаем энергостанции. Блин, ну это, конечно, будет долго и нудно, но... Зато уничтожит. А я могу залезть в здание? Я вот... Во, отлично. Так бы безопаснее. Так, что у нас тут? Ничего не, без изменений у нас тут. Ну что там? Бронетехника. Так, вперед. Танки вот сюда отложим. Будем копить. БТР к бою готов. Подготовка. Блин, мало денег, очень мало. Средств. Объект атакуют. Комбайн атакуют. Где? А этот комбайн тогда пусть пытается. Огневой контакт. Поживее. Не-не-не, блин, все-таки уничтожили. На врага. На пролом. О, все, танк у меня максимально прокачан, то есть опыт у него максимален. Теперь он может себя восстанавливать. Высокий у него этот урон теперь. Выполняю так, не-не-не, ты сюда иди. Командир. Так, докиньте. Да, кину, даже оттуда. Так, ну, сюда атаковать, я думаю, нет смысла идти сюда в атаку. Так, уничтожить надо, освободить белую зону, понятно. Уничтожить маскировку и уничтожить все базы. Угу. Надо пытаться как-то надо атаковать тихаря. Послушаем. Куда кидаем? БТР ждет приказа. Хотя давайте попробуем вот этим количеством. Экипаж этого мало, конечно, но можно попробовать. Бронетехника, вперед! Да точно. Именно зайти как-нибудь сзади, потому что я как помню... Вот, видите, какая жесть тут. Тут дофига у них. Вот, кстати, эти танки Скорпиона. Но, по-моему, они их строить пока что не могут. Но они у них просто здесь как бы стоят. Командир, мы идем. Гранаты к бою. Танк, это серьезно. Вот они увидали меня. Отправляемся. Так точно. Сметем их. Гранаты к бою. Давай. Вижу цель. Всех убьем. Уничтожаем. Бронетехника, вперед. Так точно. Так, понятно. Хочу попробовать зайти. Бронетехника, вперед. Сзади. Как раз давайте да уничтожим уже. Че он там сидит, кидает по 5 лет. Так. Кто тут еще строят у нас. На связи. Кому-то повышение дали там. Отправляемся. Кстати, вот жаль пока что еще. Нельзя улучшать танки, ну, что там? Но когда ты их улучшишь, они будут намного, намного лучше. Огонь. Сейчас они не особо крутые, если честно. Так, все, выбегаем. Все, дополнительное ты задание мы готов. Выполнили, уничтожили. Отправляемся. Так точно. Энергостанции, а теперь попробуем сзади зайти. Отправляемся. Как-нибудь понятно. Сзади. Так. Давайте, наверное, главную базу прям начнем сносить. Насрать, нам солдаты ничего не сделают. А вот огнеметчики могут сделать. На врага. Давай, 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 давай. БТР к бою готов. А, у них нету энергии, теперь они видны. Понятно, да, у них нет энергии. А это дум, почему у них все войска и эти видны? То есть базы видны, почему? Я это думаю. Ой-ой-ой. Давить их нафиг. Отправляемся. Охренеть, сколько их. Сведем их. Всех убьем. Не хватает самолетов здесь в данный момент. БТР ждет приказа. Очень не хватает. Чего? Так, гранатометчиков посадим. Блин, денег вообще нет. Кризис. Ремонт. Объект атакует. Блин, ну солдат у них, конечно, много. Много, много, много. Экипаж к охоте готов. Mm-hmm. Командир,
Давай подготовка. Что ли снайперов построим, посадим туда. У них тут вроде против техники особо уже и нету ничего. Ну, три танка я вижу. Солдат вот объехать, нужны? Пойти пострелять их с БТР этих. С БТР, да. Снайперы. БТР ждет приказа. Подготовка не остановлена. Технику, конечно, строить, а мы попробуем будем объезжать их. Хотя сейчас эти опять рванут на мотоциклах, блин. За нами сейчас, как всегда. Так, тут эти заходят. Пусть обходят, ничего не сделают. Там снайпера. Где парковка? Так. Блин. Ну, надеюсь, должны убить этих солдат. Вроде бы 4 БТР здесь достаточно. В одной снайпер сидят, другие в другом гранатчики. Давайте попробуем на огнеметов. Ну это вообще это. Лучше не идти вообще на огнеметов. Это жесткая вещь. Уничтожен. Исполняю. Огонь! Все нафиг. Все пушки. Ой, вот этого обязательно. Вижу цель. Огнеметчиков. Давай, давай. Снайперы, валяйте. Вижу цель. Держи. Выполняю приказ. Так, уничтожаем. Ой, они меня заметили. Давай, 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 уничтожайте мотоцикл, обязательно надо уничтожить. Обязательно. Так, теперь эти тачки, их попроще будет уничтожить. Что у нас там с танками-то? Два танка всего лишь. Этого мало. Когда выступаем? Мы идем. Уничтожим. Этих. Давай враг уничтожим. Уничтожить. Объект атакует. Держись. Мы идем. О-о-о, ребята, извините, я пойду дальше. Держись. Хищник прибыл. Вижу цель. По дороге. Назад, 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 срочно. Выполняю приказ. Где парковка? Хуже все-таки огнемет у них дальний, а? На большое расстояние он может. Ой-ой-ой, сейчас БТР потеряю, по-моему. Где парковка? У дороги. Что приказ? Давай, 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 уничтожай. Бей их, бей их! У дороги. Наконец-то. Приказ. Так, 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 так. Тут у нас уже чуть меньше стало. Где парковка? Держись. Давайте попробуем уничтожить. Оружие к бою. Все, вроде не мешают нам. На связи. Так, 5 танков. 5 танков. Вполне попробовать можем. Давайте попробуем. Как раз о, с этими пойду. Подготовка. Если что, построим. На всякий случай, если потеряем все, чтобы было чем отбиться. Когда выступаем? Объект атакует. На штурм! Так, давай, давай, давай. На врага! Сведем их! Огонь! Ну, огнемет, это меня... Аж бесит. Броня крепка. Цель подтверждаю. Сметем их. Вижу противника. Вот эти обязательно мотоциклов и танков. Броня. Обязательно. Вижу цель. Бронетехника. Так, Бронетехника. Отлично. Огонь. Идем к цели. Отлично, отлично, отлично. Давай, давай, огнеметов этих валяй. Они самые вот... Меня вижу больше цель. Бесит, я считаю. Поберегись. Цель подтверждаю. Идем к цели, на врага. Давай, пока они там добегут, мы уже сломаем у них завод. Ой, у нас проблемы. Он чуть-чуть их много. О, не-не-не-не-не-не-не-не, друг, давай, 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 ты должен уехать, ни хрена он не уедет. Отправляемся. Давай, давим их нафиг. На врага.
Ломаем, ломаем, давай, мы сможем. Давай, давай. Вижу цель. Все, у меня нет денег там. Ну все, вроде бы, мы выиграли. Я могу уже сказать. Да, вроде бы все. Задание выполнено. Так, все, задание мы все уничтожили. Ну, там тоже есть здание, но у нас нет цели, чтобы ее уничтожить. Блин, огнеметчики еще остались. Хищник прибыл. Ну, мы просто возьмем и уничтожим, мы не будем солдат мочить. Все. И мы выиграли вроде бы. Все. Да. Как всегда, я не засек время, блин. Ну, сейчас узнаем, вроде по идее говорят там, сколько я проходил по времени эту миссию. 24 минуты. Я думаю, вполне нормально. Вернее, вполне я быстро прошел. Ну и как раз я думаю закончить здесь. Всего сутки серию. Назад северо-восточную синюю зону оккупировали силы НОТ. Войска ГСБ отступали, их штаб был окружен врагами. Надо всем свободным миром нависла угроза. Но отважный боевой командир сумел переломить ход войны. Его победы в Вашингтоне вдохновили на подвиги всех наших солдат. Очень обнадеживает, что ГСБ дали достойный отпор НОТ. Да, соглашусь. Мы задали им славную трёпку. Но, Уильям, мне не кажется, что исход войны все еще под сомнением. Лично я нисколько не сомневаюсь, что ГСБ победит. У нас есть воля к победе, есть нужные средства и, главное, на нас народ. Люди требуют возмездия. Око за око. И мы подарим им возмездие. Тогда вопрос один. Будет ли это обещание выполнено? Некоторых аналитиков беспокоит то, что сами вы не военные, у вас нет военного опыта. Ваши комментарии. Я верю в своих командиров. Они лучшие из лучших. Они заслуживают не только доверия моего лично и командования ГСБ, но и доверия всего народа. Ведь это за народ мы сражаемся в этой войне. Это его мы защищаем. И недоверие мира к людям, защищающим его с оружием в руках. Это ошибка. А к второй. Вот что. Неважно, что болтают в новостях, расслабляться рано, до конца еще далеко. У НОТ остались синие зоны, и неизвестно, как там все сложится, но меня не это беспокоит. Идите сюда. При допросе пленных разведка отметила, что некоторые угрозы повторяются. Вот здесь. Смотрите. Это только начало. Огонь падет с небес. Чума истощит ваши тела. И ваши души будут молить о пощаде, когда Кейн явит свою ярость. Похоже на обычную пропаганду НОТ. Но, возможно, они собираются использовать супероружие. Вы отправитесь в Северную Африку, и если у них есть супероружие, оно там. Надеюсь, упреждающий удар задавит этот кошмар в зародыше. Да, еще одно. Все эти... данные не для чужих ушей, не стоит сеять панику среди населения. Сандра обрабатывает разведданные, так что вас проинструктирует Кирс. Вы свободны. Угу. Итак, ситуация в Северной Африке нестабильна. Наша главная цель — Египет. Мы узнали, что на ирригационной станции недалеко от Касабада производится химическое оружие НОТ. Мы обязаны уничтожить этот завод. На севере расположен порт Александрия. Оттуда НОТ развозит оружие по всему миру. Но это еще не все. Похоже, в Северном Каире НОТ производит ядерное оружие. Возможно, именно поэтому этот район так хорошо укреплен. Так или иначе, первая ваша цель – это завод химического оружия в Касабаде. Mm.
И вот тут как раз мы закончим на этом серию. Итак, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.